Носеб, свина, оуберакеве, человек, который едет на корабле или же на поезде на Хануку. И у него есть, и тем более, если это в отеле, и у него есть возможность зажигать ханукальные свечи там. Очень правильно зажечь там. Почему? Потому что для этого не нужен, чтобы был постоянный дом для человека. То есть в доме, где он находится, человек должен зажигать ханукальные свечи. Маленькие дети, нужно их тоже приучать, чтобы они зажигали ханукальные свечи. То есть мы сказали, что на весь дом зажигается только один сет. И написано, человек, который уже леханахинух, человек, ребенок, который знает, что мы сейчас молимся Всевышнему, для чего мы зажигаем ханукальные свечи. Примерно это 7, 8, 6 лет ребенку, он уже понимает, что это, то разрешается зажигать. Сначала папа говорит благословение, зажигает первую, потом остальное можно дать своим другим детям. И написано, если есть дети, которые еще не дошли до, то есть не понимают. Человек, ребенку 3 года, да, не знает, что делает папа, мама, или 2 года. Тогда вы можете взять своего ребенка там ручку, и чтобы он сам зажег уже этот шамаш. Шамаш это тот самый, который вспомогательная свеча, потому что это не мицва зажигать шамаш, и поэтому можно этому маленькому ребеночку тоже, чтобы этот ребенок зажег, чтобы тоже был частью как бы вот этого ханукальных свечей. Баруха Адонай леолам, амин ве амин.